для пользователей компьютеров Mac, которые уже обновились и имеют на борту Mac своего интерфейс Thunderbolt, компания Western Digital может предложить новые диски. Это вот серебристый этот Thunderbolt, так называемый MacBook Thunderbolt Duo, и черный это MacBook Velociraptor Duo. Эти диски все имеют внутри себя по два физических жестких диска, соответственно, поддерживают рейды, либо стрип, либо зеркало. В этих дисках MacBook Live Thunderbolt находятся обычные жесткие диски Western Digital, соответственно, возможны емкости 4, 6 и 8 терабайт общая емкость, да, на два диска. Здесь стоят диски велосирапторы, то есть это мобильные 1-терабайтные диски, которые работают на 10 тысячах оборотов в секунду, высокопроизводительные и еще и как бы объединенные на интерфейсе Thunderbolt вот в такие внешних корпусах. Какое преимущество интерфейса Thunderbolt? Он позволяет объединять диски в последовательную цепь, объединять вот эти устройства, да, с дисками в последовательную цепь, так называемую Daisy Chain. И скорость самого Thunderbolt интерфейса это где-то 10 гигабит в секунду, это уже много. И при этом он позволяет, как бы объединив диски в единую систему, создать, например, RAID стрип из всех дисков, которые находятся внутри этих коробок, как бы единый RAID. Их можно, ну как бы конфигурация RAID может быть разная, но при объединении нескольких дисков, стоящих в разных устройствах, мы будем получать каждый раз увеличенную скорость. То есть одна такая коробка, она обеспечивает, например, скорость чтения 300. Скорость чтения 400 мегабит в секунду, мегабайт в секунду, и скорость записи 380 мегабайт в секунду. Когда они объединены в RAID, в стрип, то скорость можно вот видеть, например, на экране, да, уже запись у нас будет 550, а чтение 690. Соответственно, если добавить еще одну Daisy Chain, такую штуку, объединить их снова и сконфигурировать в RAID, что несложно сделать на Macintosh, там простые утилиты для этого, то скорости еще будут более быстрые. И, например, ну как бы, что такое такая скорость позволяет, да? Ну, это можно скопировать 22-гигабайтный файл там, за 15 секунд.